Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Xiaomi Mi 11 разрешить установку приложений из неизвестных источников. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт защиты конфиденциальности, специальное разрешение, внешние источники. Здесь выбираем браузер, из которого собираемся качать приложение. И нажимаем «Разрешить». Ждем 5 секунд. Нажимаем «Принять». И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!